Вот, для начала, как всегда, мы открываем процедуру с фирменным названием запатентованным PRO. Дальше нам необходимо написать переменную, i, которой присвоим тип integer, i равно 6. Почему i равно 6? Потому что мы видим, что столб значения, которое нас интересует, без шапки, да, начинается с ячейки i6. Дальше мы пишем ключевое слово do while caps lock. То есть делай пока ячейка 1,2, то есть 6,2, не будет равна пустоте. И в конце закрываем ключевым словом loop. Вот. Внутри мы пишем, получается, i равно i плюс 1 во время каждого цикла. И снизу нам нужно будет вывести message box, допустим, написать call message box и внутри i. Вот. Теперь, если мы выполним этот макрос пошагово, то мы увидим, как в модуле меняется число на плюс единицу. И будет меняться оно до тех пор, пока оно не станет равным 26, то есть на 26 цикле он уже выйдет. Смотрим. Видим, да, 26 нам выдало. Окей. На самом деле величина, получается, диапазона у нас i равно i минус 6, да, потому что мы начали с 6 строки. Если мы выполним еще разок, то он у нас выведет уже правильное значение 26. Потому что нужно было выполнить эту строчку ранее. 20. Понятно. Далее, что у нас есть? Так же, как в цикле loop, так и for i есть процедура, которая называется выход, преждевременный выход из процедуры. Допустим, нам нужно определить какое-то начальное количество объектов. То есть можно написать, если i равна, допустим, 3, да, то есть после, не 3, а давайте 10, тогда после этих циклов нам нужно будет выйти из процедуры exit-do. Вот. В случае такой записи, когда мы будем выполнять макрос, у нас пройдет определенное количество, да, пока значение не станет 10 равно вот сейчас, он заходит в выход и выходит. Когда это удобно делать? Допустим, если есть пример выполнения бесконечного цикла. К примеру, если здесь убрать вот это увеличение, да, и просто запускать, он будет бесконечно двигаться, двигаться и двигаться. То есть пока... Так что пока он не будет равен 10. Да, вот если убрать и exit do закомментировать, то у нас будет постоянно движение находиться. Вот. Но бесконечно он не может работать, потому что память компьютера конечна, оперативная. И поэтому используется exit do, допустим, после 1000 прокруток. Да, он, видите, все, зашел бесконечный цикл, и он так будет бегать до тех пор, пока оперативная память не закончится. Чтобы такого не произошло, некоторые разработчики внизу пишут, выходите из цикла, когда, допустим, количество будет равно определенному числу. До свидания.